Мусукаев на международной арене нигде не выступал, кроме молодежных чемпионатов Европы. То есть по взрослым нет у него опыта. То есть он не боролся с нашими основными зарубежными соперниками. Сегодня вопрос ставит так, что может бы он выиграл, если бы даже априори случился бы форс-мажор, и он бы выиграл, все равно бы он бы никуда не поехал. Потому что у нас есть критерии отбора. Вот это критерий отбора. То есть напрямую на Олимпийские игры, это не... Что не один чемпионат, не один чемпионат России, что ты выиграл и поехал, нет. Ряд мероприятий, где ты должен пройти и побороться с нашими основными зарубежными соперниками. Которые сегодня, когда вот эта ситуация произошла, и немножко там судьи, конечно, предвзято относились и ошиблись. Мы эту ситуацию взяли, разобрали, согласовали это все, и главы республики между собой тоже переговорили с пониманием относиться к этому вопросу. Было принято решение. И надо было просто спуститься, это сказать, с пониманием все бы относились, потому что еще предложили так, что мы дадим Мусукаеву возможность поехать на Кубок мира, если он успешно выступает, тогда будет он участвовать в отборе к Олимпийским играм. То есть, в первый раз, когда вот то, что я вам рассказал, что 4 спортсмена только претендовали на Олимпийскую сборную команду, он не претендовал. Сейчас благоприятные условия ему создали, но все равно они не согласились. Значит, там что-то другое совершенно, вопрос в другом, не в этом. Просто они нашли повод, да? Солдатскую причину, чтобы сегодня вот просто эту тему просто муссировать. Кто же может быть авторитетный мнение главы Республики Дагестан?